Здравствуйте. В этом видео пойдет речь о том, как сделать аварийный светильник, который включается при движении. Сначала я раздобыл себе вот такого типа аварийный светильничек. Установил в него литиевую батарейку, литий-железофосфатную. Ну и естественно, чтобы она долго светила, сделал в нем режимы не сильно яркие, так чтобы он просто обеспечивал свечение такое, так сказать, как от маленькой свечки, и очень долго. Ну, где-то около месяца, чтобы он спокойно мог светить. В принципе, я этого добился, но в любом случае свет от такого светильничка, он все равно тратит энергию долго, так в протяжении. Но если его включать только когда вы двигаетесь, мне идея пришла, то в принципе заряд будет еще на дольше хватать. Поэтому я в принципе вспомнил, что у меня где-то завалялся вот такой вот пиросенсор, пиродатчик. Они в принципе просто устроены. Вот у него тут матрица инфракрасная, которая улавливает движение, которую, кстати, надо почистить аккуратненько. Здесь у нас есть распиновка. Это VCC, GND и OLD. То есть здесь подается напряжение. Также тут есть пины выбора скорости. В принципе, меня все устраивает. То есть здесь вот есть два потенциометра, которые выбирают чувствительность зоны обнаружения. Также тут, по-моему, есть стабилизатор напряжения, микросхема, компаратор, который анализирует количество, ну то есть изменения всех процессов. И в случае изменения фона инфракрасного вокруг, она выдает сигнал. Дальше для этого проекта, так как здесь батареечка у нас 3-вольтовая, литий-железофосфатная, ну вообще там до 2 вольт может опускаться напряжение. Поэтому мы выбираем Arduino Pro Mini 3-вольтовую. Они мне в принципе очень понравились, и наверное в будущих проектах я буду очень много ее использовать. Тут даже на нее так и написано. Это просто. То есть она тут Pro Mini 3,3 вольта. И тут почему-то разные типы частот указаны. Ну, которые, ну, скорее всего, 16 МГц она. В данном случае это, конечно, надо с осциллографом встать и померить частоту на этом генераторе кварцевом. Но это не сильно важно. Что она имеет у себя? Самое интересное и важное, что она имеет. Видите, здесь есть выход GND, а также рядышком RAV. Что это такое за RAV и что в нем такого особенного в этом выходе RAV? А в нем особенно это то, что сейчас маленькую указалочку, палочку возьму. Так. Будет проще и так отследить, куда какой выход идет. Видите, вот предохранитель. Около, ну, пятерка, я не думаю, что это 5 ампер, но может быть и так и есть. Так, дальше идет диод, который защищает от переполюсовки схему. Дальше идет стабилизатор напряжения. Он непростой, между двух конденсаторов. То есть он, скорее всего, может поддерживать даже при низком уровне напряжения, так как это непростая схема, она очень, микросхемка, она очень похожа на те, которые ставят в электронных сигаретах. Но в документации указано, что вы
можете сюда от 3 вольт до 12 подсоединить. Но, скорее всего, так оно и есть, как эта наномикросхемка из электронных сигарет. Просто в более старых версиях этих плат Arduino Pro Mini, вот так она выглядела, там стоял другого типа, она вон вся черная. Там стоял просто обыкновенный линейный стабилизатор. Вот она, как на транзистор похожа. И тоже вход RF. Но это обыкновенный линейный стабилизатор. Arduino Pro Mini. Но это 5-вольтовая Pro Mini. По сути, микросхемы-то у них-то одинаковые. Просто ну там два вида. От Mega 138 и от Mega 368, по-моему, если не ошибаюсь. И вот в последних 3-вольтовых версиях применяется вот такого вот типа стабилизаторы. Они более надежные. Потом дальше есть GND, VCC, RXTX. Это OARD и DTR, Data Transmission. То есть это вот OARD, которым она осуществлена, ну, то есть можно эту платку программировать. Для того, чтобы эти платки программировать, в прошлом видео я вроде бы объяснял, но еще раз повторюсь, то есть, чтобы это было и в этом видео. Есть вот такой вот переходник. Лучше брать переходник на американской микросхеме, если нет FTDI шотландской микросхемы, то лучше брать переходничок американской микросхемы CP2102. То есть разработка американская, но смысл в том, что повторение китайское, но с этим вот этим чипом работают, можно работать на Windows 11, то есть без всяких проблем. А CH341 и ему аналоги дешевые китайские, которые продаются, их очень много, к сожалению, не могут, так сказать, работать на Windows. Я несколько уже таких втыкивал в Windows, вроде бы он видит компорт, отсылаешь сигнал, ничего не приходит, не работает. Дальше у нас вот у этой микросхемки есть выбор напряжения, то есть два выхода и два вот 10 микрофарадных, может даже больше, конденсатора керамических по линии 3,3 вольта и линии 5 вольт. И дальше идет GND, то есть минус, земля наша, ground, RX, прием и transmitted. То есть RX и прием, их надо менять местами. То есть если мы, собственно, хотим принимать от чего-то, то там нужно, чтобы трансмиттер был подсоединен к нашему RX приему. Если мы хотим, чтобы нас слушали, то есть наш трансмит должен быть подсоединен к RX. Я думаю, это понятно. То есть тут они, видите, поменены местами цвета. То есть если у нас здесь оранжевый, это RX, то здесь оранжевый будет на TX. Точно, да? Думаю, понятно это. Как-то так. Сейчас я их возьму. Вот. RX. Так, одновременно что? TX. RX. То есть их надо менять местами. Это так по логике вещей. Я думаю, это понятно. Так. Ну, если вы, конечно, программируете 5-вольтовую платку, то переходничок нужно на 5 вольт. Если платка 3-вольтовая, то на переходничке вот этот питание плюс с 5 на 3,3 вольта перекидывать. Я думаю, это все понятно. Только как же быть с Data Transmission? То есть получается у вас выходит такая штука, что вы подключили платку, вот так вот все, нажимаете загрузить код, он скомпилировался и начинается загрузка. Но только ничего не происходит, на платку код не приходит. Не приходит, потому что OARD неполноценен. Для того, чтобы OARD был полноценным, нужно, видите, здесь выведен на этой 3-вольтовой платке DTR выход, где он тут. DTR.
Data Transmission. Он выведен. Здесь его нету, но есть Reset выход. Видите, он Reset. На FTDI переходнике есть DTR тоже. Здесь его нету. То есть FTDI переходник USB еще имеет несколько дополнительных выводов по бокам микрочип. То есть там не только с одной стороны, но еще и по бокам. И там DTR можно подсоединить, еще куча всяких других выходов. Еще к этому. И здесь, если DTR подсоединить там к DTR, ну, FTDI переходнику, то он загрузится. А здесь как быть? Здесь, когда вы нажимаете скомпилировать код и выгрузить, то есть когда он говорит, пишет уже Arduino, что код скомпилировался, вы уже должны зажать заранее вот эту кнопку, и когда он начинает загрузку, ее отжать. Все просто. Бутлодер начинает загружаться, контроллер, какие-то миллисекунды он ждет, от УАРТа посыла команды, команда приходит, что начинаем загрузку бутлодера. Но он загружает бутлодер, Windows, короче, свою, загружает этот бутлодер из внешнего источника. Но, по сути, ему большой-то разницы нету, этому контроллеру, внешний, внутренний, откуда загрузить память. Просто для бутлодера идет команда «загрузись внешним». И он перезаписывает области памяти, в которых хранится программка, что ему делать. И все, когда вы это отжали, то запись пошла. Иногда это не срабатывает с первого раза, то нужно этот процесс повторить. И там Overdude программатор в Arduino среде, он будет много раз пытаться там первая, вторая до 10 попыток загрузить его. То есть он будет стоп-биты посылать на этот контроллер. Остановись, послушай меня и типа запиши программку. И в этот момент вы должны переклацывать. Только не сильно часто, иначе он включится в режим. Давай скажет контроллер, я тебя слушаю, тут начнет посыл программы, а вы его снова перезагрузите, и он как бы ничего не помнит. Это такое. Вообще, эти маленькие контроллеры, это же такие же микрокомпьютеры. То есть вы все знаете, что в мире есть три ядра компьютеров. Вообще, три ядра процессорных, ну, то есть архитектуры. Есть x86, ARM и AVR. Вот это у нас AVR ядро. Маленькие, быстро решающие свои задачи. То есть процессоры на быстрых командах. Очень их мало, этих команд, немного. Но малое количество гарантирует быструю скорость. И поэтому здесь много памяти нету, ее и не надо много для их программ. Но они, этих микроконтроллеров, достаточно для того, чтобы делать умные аварийные светильники, делать другие светильники, работать с различными устройствами, охранные приборы делать и всю остальную электронику, которая в быту нам очень нужна. А ARM ядра, они на риск архитектуре команд, они более сложнее, чем вот эти вот, но скоростные при этом, риск архитектуры, меньше команд, все команды более-менее относительно современные, и ядра очень быстрые. И для сравнения, ARM ядра, они меньше в несколько раз, так сказать, x96 ядра очень большие по размеру. То есть если у вас, допустим, вот такое вот будет ARM ядро, процессор готовый, это он же Байкал M2, по-моему, или M1, вот такого на ARM ядре такого размера, то первый на аналогичный по возможностям x86 будет вот довольно-таки очень большой, там 8051 какой-то там процессор по модели, если я уже не помню, когда мы это все учили, то естественно ARM ядра выигрывают. Но они не имеют таких вот команд большого количества.
них риск команды. И поэтому на ARM ядрах команды и, так сказать, код немножко более громоздкий. Но это никого не смущает, так как ARM ядра работают довольно-таки быстро. Их сейчас уже начали ноутбуки выпускать на ARM ядрах. Это Qualcomm процессоры. Уже вот новые появились. И Windows уже, так сказать, переформатировалась под ARM ядра. А процессоры Intel, AMD, даже не AMD, Intel, все на x86 архитектуре. Она более громоздкая, имеет много кодов, программ. И потихоньку эта архитектура уходит в прошлое. Так, что-то мы от светильничка далеко отошли. Короче говоря, в проекте этого светильничка я всего лишь собираюсь использовать несколько выходов. Ну, естественно, распаять. Мы распаяем вот это, вот эти входы программирования, гейндиров. И я думаю, используем гейнди второй. Это для управления транзистором, который будет у нас коммутировать вот эту вот нагрузку. Транзистор, естественно, нам придется использовать дорогой. Не вот этот вот. Почему дорогой? Потому что не все транзисторы открываются от 3 вольт. То есть это надо знать. Чтобы свет был ярким, мы можем, конечно, использовать не MOSFET транзистор. Но не MOSFET транзистору, у них есть линейная зависимость открытия тока, который проходит сквозь них, и напряжение, которое идет на базу. Линейная зависимость у биполярников. Поэтому нам нужно использовать MOSFET, потому что, чтобы не спалить ножки этой микросхемки, так как мы собираемся ее подсоединять напрямую. И чтобы свет был яркий, то есть включался при движении и довольно-таки ярко, то мы возьмем MOSFET-ник, который открывается, то есть напряжение насыщения базы будет начинаться от 2 вольт до 5. То есть при 3,3 вольта он откроется и очень даже прекрасно откроется. Следовательно, мы напряжение от аккумулятора подадим на плюс на RAV. Дальше он нам выдаст стабильные 3,3 вольта. И этим мы будем управлять открытие транзистора. Это не тот, который транзистор, это вообще микросхема-стабилизатор. Но я ее взял для примера размера транзисторов. Там будет маленький радиатор. И это нужно для того, чтобы управлять, допустим, нашим чудо-транзистором, который будет подавать напряжение на вот эти вот светодиоды. Так, что у нас дальше? Осталось, как-то ж надо эту платку научить видеть сигнал, который приходит от нашего датчика. Датчик мы тоже подсоединим на 3,3 вольта. Надеюсь, он подтянет это все дело. И этот сигнал от этого датчика, ну, допустим, на 10-й. Кнопка сделаем. Ну что ж, поехали. Так, вот что у нас получилось. Это у нас светильник. В данный момент он мигает для теста транзистора. Тут, как я говорил, транзистор должен быть хорошего качества. В данный момент у нас ERLB3034. Это очень дорогой транзистор, ну, для такого проекта. Но, в принципе, он не дороже этой платки Arduino Pro Mini и этого датчика. Поэтому, в принципе, сойдет. Что он позволяет делать, так это позволяет управлять и открывать эти транзисторы, то есть диоды,
от самой платки без посредников. То есть еще не надо допаивать слишком большую схему. Тут только подтягивающий на массу 10 килоомный резистор стоит. Ну так положено с этими транзисторами. И все. И выход идет напрямую. Без всяких вот черным проводом. Дальше минус на минус, а этот коричневый провод, он идет на базу того транзистора, который включал в режиме, в штатном режиме вот этот вот аварийный светильник. То есть тут два режима, ярче и поменьше. Я их и так занизил как мог, чтобы экономия энергии была. Ну тут поставил литий-ионный аккумулятор. Литокала на 7 ампер, литий железофосфатный, то есть не стандартный литий-ионный. Тут у него БМС-ка платка идет. Ну а дальше это вот у нас собой представляет из прошлого видео про аварийные светильники. Это бестрансформаторный блок питания, вот там конденсатор. Какой интересный этот индукционок. Схемы слабые элементы я заменил, транзисторы заменил здесь. Но самое важное это еще и чтобы аккумулятор был хороший. В данный момент транзистор очень открывает хорошо. Эту нагрузку и управление в принципе нормально осуществляется. Датчик подсоединен и фиолетовый проводок, это его информационный, то есть отсюда минус, тут плюс 3,3 вольта. Но если ему не будет не хватать питания, так как у него, видите, он слева там стоит стабилитрон на 3,3 вольта, то придется, конечно, проводочек подпаять, чтобы было тут 3,3 вольта. Но, надеюсь, не придется, потому что в этой схеме может быть и поболее напряжения. Особенно когда тут 4 вольта, допустим, то этот датчик будет страдать, когда заряжается вот эта схема. Поэтому лучше этому изменения не делать. Ну, посмотрим, что сейчас из этого получится. Что насчет кода? Я его еще сюда не загружал, платку. Как видите, она мигает стандартным блинком. Вывод LED-пин 13, кнопка вывод 3, переменная 0. Ну, естественно, они диод LED-пин выход, switch-пин вход. Ну и тут уравнение обыкновенное, что если датчик что-то увидел, включить и подождать минуту. 3 минуты точнее. Digital, ну можно конечно меньше поставить, 3 секунды, потому что тут в миллисекундах идет все, микросекунд. Digital write red pin 10 лов, если ничего не увидел, выключить. Сейчас загружу скетч и посмотрим, что из этого выйдет. Так, все подсобрал, протестировал. Вот LED-панелька. Мы ее сейчас немножко отвернем. Короче говоря, в таком разобранном состоянии платка была в тесте. Вот как я встроил в светильник пиросенсор. И у нас имеется вот платка Arduino. Транзистор этот залит термоклеем. И в принципе вот она как работает. То есть тут получился светильник с возможностью зарядки от сети 220 вольт. Но это от старой сети. Также можно заряжать ее зарядкой 5 вольт. И также вот выключатель. Здесь два режима. Один постоянное тусклое свечение. Долгий режим ночничка и режим
Вот он загрузилась вкладка. Режим датчика движения. То есть вот попалось что-то в датчик движения. Так, надо сейчас замереть и не двигаться. И он должен выключиться. Я туда залил в код 33 секунды. Ну, полминуты. В принципе, я думаю, если... Вот, он снова увидел. Я двинулся и снова все восстановил. Короче, сейчас посмотрим на код. Код у нас представляет собой, ну, вообще ничего сложного. То есть, в принципе, можно не утруждаться даже загружать код мне в файлы, там на жесткий диск. Можете поставить на паузу и скачать этот код. То есть прописать у себя. То есть вот int letpin 13, int switchpin 3. Letpin — это который светодиодная панель. Кнопка, которая от датчика принимает сигнал, это switchpin. Value — это переменная. Void setup pin mode output letpin. Pin mode, то есть является switchpin input вход. Void loop, value digital rate switch pin. Если, короче, читаем состояние входа, если высокий, светодиод, зажигаем панель, ждем 33 секунды, выключаем ее. И так до бесконечности. То есть в данный момент движения нет. Мы проводим. Оп. Вот так вот. Осталось это все собрать. Короче, преимущество такого светильника — это большой емкий аккумулятор. С этой панели его на очень долго хватит. В отличие от заводского, который тут стоял, свинцовый аккумулятор в этих светильниках. Литий железофосфатный служит 15 лет. С платой BMS. Она вон тут сбоку возле Arduino. Он заряжается довольно-таки в режиме, который только нужно BMS-ку брать для вот этой вот лампы. То есть для этого вот аккумулятора. Если для литий-ионных обычных, то там другие напряжения. То есть нужно только для литий-железофосфатных 1С аккумуляторов брать. Аккумулятор, ну то есть зарядки. БМС-ки. Транзистор, еще раз говорю, конечно, ИРЛБ-3034. Почему такой дорогой? Потому что у него, ну, либо любой другой, который вы сможете найти, но который открывается, отпирается от напряжения 2 вольта, насыщается и имеет очень малое сопротивление открытого канала RDS ON. Так, осталось это все счастье собрать и посмотрим, как оно в собранном виде функционирует. Как раз термоклей нагрелся. Сейчас посмотрим, что получится. Так, вот такой вот тох получился светильничек. Собран. Надежно залит жидким клеем. В простонародье жидкие сопли. Термоклеем, точнее. И пиросенсор, вот он торчит, линза Фарнеля сбоку. Способен он получился, в общем, заряжаться от сети, потом адаптера 5-вольтового, 6 вольт это неправильно, ну можно и 6 подать, там плата выдержит, но лучше 5. И тут два режима, обычный, а-ля ночничок, и второй, датчик движения. Стоит только попасть ему что-то в поле движения, он включается на полминуты. Потом выключается. В принципе, по нюансам. Датчик движения, чтобы сработал от 3 вольт, там есть диодик на плате питания от ВЦЦ рядышком, красненький.
ни с чем не спутаете. Чтобы вот этот датчик движения работал от литиевого элемента одного, 3,3 вольта, этот диодик надо зашунтировать, то есть проводком. Либо выпаять и просто проводок вставить, либо просто припаять к нему проводки. Потому что этот диод делает падение на 4 милливольта. И это довольно-таки много. То есть сама микросхема стабилизатор, там, которая стоит дальше, на 3,3 вольта, она выдерживает 24 вольта. То есть там 12 вольт можно подать на вход. После нее выйдет 3. Но если, даже если на нее 3 вольта подаешь, то она после себя 3 вольта выкидывает. То есть, а падение основное делает тот диод, который от переполюсовки сделан. О, заново переключилось. И вот это нюанс подключения вот этого датчика к этой батарее. С тем диодом датчик вот этот не работает. Естественно, нужно подкрутить там два потенциометра на нем, чтобы выбрать правильный режим, как вам лучше. Дальше, какой еще нюанс тут был? Ну, дорогой транзистор, который я приклеил сюда, вы видели жидким клеем в процессе. Можно, конечно, другие транзисторы искать, советские, КТ-900 или КТ-800 какие-то там. Но это тоже утомительно, из них тоже нужно подбирать, какой лучше. Лучше, конечно, использовать ИРЛБ, там 3034, по-моему, или 3036. Они, конечно, подороже MOSFET, рассчитаны на 200 ампер ток. Но вы не на амперы тока смотрите, а на открытие базы. То есть, когда она открывается? При насыщении 2 вольт уже. То есть Ардуинка спокойненько этим транзистором сможет управлять. Ну или на основе Ардуинки какой-то платы можно делать спокойненько шим-контроллер. Не переживать, что не справится чип. Ну, в принципе, такой светильник получился. Естественно, это дорогая экзотика, потому что сам аккумулятор, который здесь стоит, он довольно-таки увесистый. Сам стоит хорошо. Плюс на нем плата БМС. Аккумуляторы литий-железо-фосфатные служат минимум 15 лет. С платы БМС вообще сотню, в кавычках, я шучу, конечно. Потом тут плата мною, конечно, уже переделана. Я уже видео снимал на эту тему аварийного светильника. Она улучшена и дополнена. Может он стоять от сети постоянно и работать в режиме, вот, ну, в одном из двух режимов. Также заряжаться можно его от зарядки, только с таким круглым штекером 5-вольтовой зарядки. Ну, что еще могу сказать? В принципе, довольно-таки хорошая переделка светильничка. Но это на любителя, потому что транзистор дорогой, дорогая платка, аккумуляторы, датчик движения с линзой Фарнеля. Ну, если вы, конечно, хотите подобное такое, как сказать, заморочиться, потренироваться в рукоделии, то, в принципе, вот такой вот светильничек очень даже хорошее решение. Самое важное его преимущество, что он реагирует на движение, и энергию тратит только тогда, когда он кого-то увидел, то есть и тогда светит. Не надо искать в темноте, где этот переключатель, чтобы включить, и не надо его ставить на постоянно ночной режим. Даже на таком слабом свете он все равно тратит энергию. А так он будет сидеть себе на дежурном, красная Ардуинка диода, говорит, сидеть себе в режиме и ждать, пока кто-то пройдет мимо. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Надеюсь, у вас получится это все сделать. Всего хорошего.